Приветствую тебя, пустынный уголок, приют спокойствия, трудов и вдохновения. Михайловское. Священное место русской поэзии. Под вашу сень, Михайловские рощи, являлся я. Здесь все связано с именем Пушкина. Здесь были написаны главы Евгения Онегина, Бориса Годунова, многие шедевры пушкинской лирики. В этом домике жила Арина Родионовна, няня поэта. Тригорское, именье Осиповой, которое послужило поэту прообразом дома Лариных. На древнюю псковскую землю поклониться великому певцу правды и свободы приехали литераторы из всех краев нашей страны и зарубежных государств, собравшиеся на всесоюзные пушкинские дни. Поэт Василий Федоров, монгольский литератор Тарва, камерунский поэт Бернар Фенлон говорили о том, что по народной тропе к Пушкину идут ныне люди всей земли. Третий всесоюзный пушкинский праздник поэзии, совпавший со 170-летней годовщиной со дня рождения поэта, закончился в Москве торжественным вечером. О великом сыне земли русской, о славе и гордости мировой культуры Александре Сергеевиче Пушкине говорили писатель Ираклий Андроников, поэты Сергей Михалков, Алексей Сурков, Микола Бажан, венгерский поэт Ласло Беньямин, румынский поэт Георгий Томазей. Пройдут тысячелетия, но поэзия Пушкина останется в сердцах людей. И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал.